Дорогие друзья, всем привет! Благодарю, что вы забежали ко мне в гости. Сегодня у нас самая популярная барби-паста. Отвариваем любую пасту. У меня сегодня такая, спиральки. Дальше. И самое основное. Запекаем свеклу до готовности. Добавляем или сливки, или творожный сыр, перец, соль. И все это хорошо взбиваем. И теперь все соединяем. Добавляем немножко перчика по вкусу, оливковое масло и все перемешиваем. Чем дольше мы вот так все соединяем, паста становится такого красивого розового цвета. Наша великолепная барби-паста готова. Видите, я чем дольше перемешиваем, тем она такого красивого цвета. Так хочется попробовать. Знаете, остановиться невозможно. Рецепт, как всегда, под видео. Я сейчас сделаю красивое фото. И все скушаем. Великолепная барби-паста готова.